Давайте знакомиться. Вы Евгений. Приехали откуда? Из Минска. Вы в составе какого-то оркестра или ансамбля? Расскажите немножко. Я поиграл со своими бывшими коллегами из города Солигорска вначале с участницей-солисткой вот, Марией Лашук вчера, в субботу, 6 числа. И сегодня с своими бывшими коллегами, я 13 лет отработал в городе Солигорске, и с оркестром «Юность Полесье» из Солигорска сегодня сыграл. Вчера на бас-гитаре, сегодня на электрогитаре. То есть ваша жизнь связана с музыкой? Да. Скажите, вот этот фестиваль, он второй по счету. В первом вы принимали участие? Да. В качестве кого? Тоже в качестве участника. Вот, тоже с оркестром «Юность Полесье». Скажите, можно ли сказать, что фестиваль развивается? Есть, можете сравнить первый фестиваль и второй? Вот? Ну да, скажем так, я в этом году, я, конечно, все выступления не смотрю, но просто потому, насколько я встречаю знакомых людей вот в кулуарах и в коридорах, я встречаю вот в этот раз гораздо больше знакомых своих. Можно ли сказать, что это музыка определенной категории джаз? Или здесь есть представители разных возрастов? Ну, здесь разных возрастов, да и разный джаз бывает. Бывает для людей постарше, помоложе. Бывает более такое близкое к академичной музыке направление, бывает более современное. То есть разная музыка звучит. А вот скажите, джаз – музыка, которая вызывает эмоции. Вы предпочитаете какие эмоции вызывать своей музыкой? Ну, какие радостные, позитивные. Вы все-таки за позитивность. Конечно. Это ну, бывает, конечно, грустная музыка, травмная, но джаз больше как такой радостный, оптимистичный, настраивающий на хороший и позитивный лад, скажем так. Спасибо.